Привет. Сегодня сентябрь. И ровно год назад мы с Костиной мамой направлялись в Юнионвиль. И сейчас мы едем опять в Юнионвиль. Да, с другой мамой. С другой мамой. Привет, мой сладкий. Габи уронила мячик, шарик. И Габи плачет. Мы здесь сидим. Ой, у меня все волосы мокрые. Вот так. Hi, привет. Like once Femme's mom, their hair was all wet, and now they changed. Да, у меня тоже. И кабочка моя сладкая здесь сидит. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Как? Кто что умеет, то и делает. Hello, мы направляемся в Юнионвилл. Обычно жилой район. Разве на Микацинской вырезать ездят? А кто это, доча? А кто тут живет? Кто? Обычные нации? Да. А я не понимаю, почему тогда это как европейская доча? Это ничего какой-то... европейского. Да ничего, просто так называется. Просто здесь пару маленьких кафешек, пару таких каких-то видов. И все. Ничего здесь нету, мама. Да. Просто красиво. Было два дома, которые были построены. Дома. Цветочки на столбиках. Когда мы поедем к бабушке покупать обувь. Да. Видео. Видео уже? Да. Видео. Это видео. Ой. Ух ты, красивая. Иду, спустись, пожалуйста, с папой. Мам, подожди, я снимаю видео. Это не здесь, это было дальше. Как тебе то место, где ты находишься сейчас? Очень красивое такое. У нас в Израиле тоже такое есть. Mm-hmm. Я не спрашиваю, что есть в Израиле, я спрашиваю, как тебе здесь. Да, ну не все, что в Канаде. У нас тоже в Израиле. Очень красивое, хорошенькое, чистенькое, туристическое, много народу. А цветов, конечно, такое оформление цветочное. Вон какая красота, все на подвесных столбах. Очень красиво, очень. Погода люкс. Наконец-то. Пришла долгожданная прохлада. Ну да, что уже ты очень длинно в рукаве, и тебе не жарко пока сильно. Да, да. Сегодня действительно упала температура, ночью прошел дождь, и стало уже намного лучше. Вот так вот на подножном корме, Надя, морковочку. Мама, хватит тебя. Зато параметры сахара улучшаются. Это факт. Без таблеток от сахара.
Где-то музыка, Габи? Да. Где-то музыка? Да, да, вот так. Ты кушаешь шоколад опять. Кушай изнутри то, что есть. Как? Выливается, проливается. Видно в фоне цветов. Костя недоволен, что мороженое потекло, все. Кто летом покупает мороженое? Да. Можно покупать зимой, но... Катюша, вкусное мороженое? На одну минуту сказать, что такой красоты, такое можно сделать его везде. Вот здесь только я такой в Канаде вижу. Так красиво на вот этих столбах висят цветы. Так элементарно, элементарно. Красиво! Красиво! Слышишь? Мы ушли.